Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь управления подачей реагента, регенерации высокая, что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, BMW, Dodge, Volkswagen, Ram, Sprinter, Audi и так далее, хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, сохраненный код P2064 означает, что модулю Управление силовой передачей PSM обнаружил чрезмерную степень напряжения в цепи управления для насоса подачи восстановителя, регенерации, системы селективного восстановления катализатора SSR, впрыскивают восстановители или выхлопную жидкость дизеля, DF, выхлоп перед фильтром твердых частиц дизельного топлива, уловителем NOXY, или каталитическим нейтрализатором через клапан впрыска восстановителя, соленоид, точно синхронизированный впрыск DF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет позволяет ему работать более эффективно. Это увеличивает долговечность фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу. Вся система ССР контролируется и контролируется либо ПСМ, либо автономным контроллером, который взаимодействует с ПСМ. В любом случае, контроллер контролирует датчики О2, НОКС и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF-восстановителя. Точный впрыск DF необходим для поддержания температуры Туры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ. Насос подачи восстановителя регенерации используется для создания давления DEF в системе жидкого восстановителя для использования. Когда это необходимо, PSM контролирует напряжение питающего насоса на предмет постоянных колебаний и процента нагрузки. PSM также контролирует один или несколько датчиков давления в системе подачи восстановителя, чтобы определить, есть ли утечка в системе, если СМ обнаруживает уровень напряжения в цепи управления насоса-восстановителя, регенерационного насоса, который превышает допустимые параметры, будет сохранен код P2064 и может загореться индикатор неисправности MIL, многократные циклы зажигания, с отказом, могут потребоваться для освещения MIL, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P2064 следует рассматривать как серьезный и адресованный как можно быстрее. Система ССР может быть отключена из-за этого, повреждение катализатора может возникнуть, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомами кода неисправности P2064 могут быть снижение эффективности использования топлива, чрезмерный черный дым из выхлопных газов автомобиля, снижение производительности двигателя, другие коды, связанные с СССР, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть неисправный насос подачи восстановителя, перегрузка, обрыв или короткое замыкание в цепи управления подачей восстановителя, плохой контроллер SSR, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неполадок P2064 существуют. Для диагностики кода P2064 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник диагностической информации о транспортном средстве. Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марки и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, с и выставленные симптомы. Если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов, шаг 1 используйте DVOM для проверки насоса подачи бака для восстановителя в соответствии со спецификациями производителя, компоненты, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых Параметров следует рассматривать как дефектные. Шаг 2. Используйте свой источник диагностической информации автомобиля и DVOM для проверки напряжения насоса подачи восстановителя. Обычно напряжение аккумулятора при активированном насосе. Если текущие условия не позволяют автоматическую активацию, используйте сканер, чтобы вручную активировать насос. Шаг 3. Если насос подачи восстановителя работает, используйте DVOM для проверки входных и выходных сигнальных цепей от панели предохранителей. PSM и замка зажигания, отключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования. Чрезмерные коды управляющего напряжения насоса подачи восстановителя часто объясняются нехваткой проводки, напряжением.